Так, М4А1 на девятках. Да без проблем вообще. Такая идея мне нравится, в принципе. Так, что по АДСу? Надо что-то менять по АДСу. А как какать этого? Я не помню, как с X стрелять. А, да? Ты чел лежишь? Ты что лежишь-то? Вот это зум, я понимаю. Нет, с нее явно не так стрелять надо. Посылка с комплектом уже в пути. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Я не помню, как с их стрелять, честно. Очень странная пушка. Блин, ты что? Как ты мог умереть? А как это я не попал? Как это я не попал в голову, что? Офигеть, М4 быстро отбивает. Нереально просто. Над нами вражеский попала. Сюда. Ферить, им панчит жестко. Так лучше. Да блять, как попасться? На нахуй. Профессиональный игрок с 2020 года вернулся в Warzone, значит. Потому что раньше всегда играл с этими ганами, а теперь пришлось измениться. Вот, и теперь я вернулся и не знаю, что по мете. Но знаете, я думаю, это не проблема, потому что обязательно получится у меня убивать типов, потому что я с этим комплектом проиграл очень долго. Да почему кряк? В голову ждал, что там упражнение надо брать еще? Нашел. Порой бывает обидно промахиваться. Чел? Не. Как же приятно играть с X50, вы не представляете. Чел, я знаю, что ты там сидишь. Выходи. Можно бахнуть кого-нибудь на дальнюю дистанцию? Внимание, на вас охотится команда противника. Thank you.
И не разбил стекло. Я думал, все, я в тильте. Блин, я не хочу его найти, чтобы убить этого типа. Ну ладно. Внимание, у БПЛА топливный... Оттянусь-ка я назад, пожалуй. Блин, не нравится мне эта позиция, вообще отвратительная какая-то. Осталось всего пятеро. Что? Так, еще один сверху будет, потому что он контролил кого-то, и с этой стороны. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Бля, они что там фазятся внизу? А, понятно. Один сверху, второй здесь у меня. Враг начал кластер. Вот здесь проблема у меня. Сука! Блять, как он меня убил через дерево с этого говна? Почему я нокнулся? На самом деле ошибка совершила то, что я тянулся туда, можно было по-другому отыграть. Ну ладно.